Дамы и господа, добро пожаловать! Вы готовы окунуться в мир магии и чудес? Макмур, Микмур, Миктарал, сияющая искра. Не забывай и верь всем сердцем в магию. Академия ведьмочек. Наша магическая академия, расположенная в этих лесах, была основана Альфредом Уоткинсом. А деревья этого леса служат нам источником магической силы. Они передают силу в магический камень, что находится в башне лунной звезды. Сила, что находится в этом камне, может быть... Так, может быть использовано как источник для нашего колдовства. Ако! Ако! Тот, кто использует магию в свою выгоду, будет ей же уничтожен. Кто скажет мне, чьи это слова? Мисс Кавендиш? Т.С. Дэниелс. Постулат волшебства. Молодец. Чтобы использовать магию надлежащим образом, вы должны узнать ее историю. Вам все ясно, мисс Кагари? Да. Ай! Щиплется! Хватит ныть, уже почти все. А эта штука точно поможет? Все путем. Просто поверь в мою волшебную мазь. Эй, что это за дела? Шнобель, как у настоящей ведьмы. Эй, я тебе не подопытная крыса. Расслабься, через час все пройдет. Наверное. Да ладно тебе. Сама виновата, что на первом уроке уснула. Да на уроках Кагари кто угодно уснет. Думаешь? А мне вот интересна история магии. Не интересуют меня древние времена. Я поступила в эту академию не для того, чтобы быть как-то занудная старая корга. Я хочу стать крутой ведьмой, как сияющая ракета. Сияющая ракета, да? Давненько я не слышала этого имени. Диана, ты слышала про ракету? Ну да, она же такая крутая. Боже мой, ты неисправима. Неужели на поступление в эту академию тебя вдохновил дешевый клоун? Чё сказала? Да он настоящий позор магического общества. Тебе нравятся дешевые детские фокусы? Тебе самое место в волшебном детском саду. Уверена, там ты найдешь друзей по интересам. Сейчас я сотру с твоего лица эту дерзкую хмылку. Смотри, свой длинный шнобель не обломай. И не спи на уроках. Ну что ж, всем доброго дня. Внимание! Это будет ваш первый полет на территории Академии. Цель вашего урока – научиться летать на метле, так что не выделывайтесь, а то каждый год кто-нибудь дорешает выпендриться. Наконец-то мы будем летать на метле! Я так давно не летала, что не могу дождаться. Ну, тогда я пошла. Ага. Так, следующее.
Всем, кто взлетел, оставаться в воздухе. Давай, на исходную. Вперед и с песней! Лети, 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 лети! Стой, 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 стой! Что она творит? Ах ты, глупая метла! Слушай! Меня! Нет! Ай! Аку! Ты в порядке? Позорище! Ай! Вот это спуск был! Думала, мне конец! Подлечить! Нет, спасибо! Кто бы знал, что это твой первый полет, опозорилась ты, будь здоров! Спасибо за комплимент! Мы из семей волшебников и летаем на метлах с детства, в отличие от тебя, так что тут ничего удивительного! Нужно было сразу сказать, что ты не умеешь летать! Так ведь, если я не смогу летать с закрытыми глазами, мне не быть как она! Опять твоя ракета! Ты правда ее так любишь, Аку? Ну разумеется! Ведь она такая крутая и сияющая! Как вы вообще можете зваться ведьмами, если не уважаете ее? Вообще-то ее не особо жалуют в кругах волшебников. А еще она выставляет всех ведьм в дурном свете. Мало того, она и магию впустую использует. Она скорее фокусник, чем ведьма. Подделка, мошенница, актриса. Ее наряд слишком вызывающий, а заклинание оставляет желать лучшего. Ты как? Еще один удар головой и каюк моей карьере. Она и не начиналась. Да-да, все потому, что я полукровка. Достали. Аку, прости, что мы подшучивали над тобой. Мы ведь это не со зла. Да, можешь любить кого хочешь, даже такую дешевую фокусницу, как ракета. Хватит, Сьюзи! Почему девочки не могут понять? Она показала мне, как круто быть ведьмой. Ну почему? Они не понимают, какая она крутая. Сьюзи! На сегодняшнем уроке мы проверим ваши навыки. Эта башня построена на старом лабиринте. И ваше задание на сегодня – спуститься в лабиринт, найти сокровище и вернуться. Чем более редкое сокровище вы найдете, тем выше оценку получите. И еще в лабиринте полно монстров, так что смотрите в оба. Разумеется, на самых низах сокровища самые редкие, ну и монстры самые опасные. Похоже на какую-то старую РПГ. Но монстры? Все ли будет... Аку? Теперь-то я точно покажу себя. На все про все у вас 3 часа. Используйте все, чему вас учили, и удивите своего учителя. Вперед! Быстрее, девчата! Подожди! Если не поторопимся, Диана все сокровища загробастает. Но в темноте опасно. Секундочку. Выходи. Проблема с темнотой решена. Блин, в темноте было прикольнее. А вот и монстр! Отведай моей магии! Сбежать вздумал! А ну стоять! Аку, опасно же! Опасно бегать за монстрами! Дешевое ничтожество. Эй, Даяна, может обратно пойдем? Она права. Мы и так немало редких сокровищ набрали. Смотри, метриловая кольчуга, головоронский кинжал и даже силмариловое кольцо. Все это дешевые побрякушки. Такую дешевку и сокровищами-то не назовешь. Но ведь тут так опасно. Мы тут и сгинуть можем. Ведьмы ничего не боятся. Неужели вы испугались этих катакомб? Не забыли? Мое волшебство идеально. Так что вам нечего бояться. Диана! Что такое? Корова!
Корова? Куда? Смылся! Требую передышку. Сюда! Ако! Блин, да хватит уже! Врешь, не уйдешь! Сейчас я тебя как следует! Ако? Минотавр? Вот и шанс! Оружие! Станьте моей десницей и поразите врага! Ако, ты жива? У нас большие проблемы. Сейчас разберемся. Сьюзи, что ты задумала? Простите, мистер Коровка. Скажи «а». Бон аппетит. Кажись, пойло слишком ядреное. Ёпта! Уходим! Теперь мы сможем спуститься ниже. А как же вернуться? Вернемся назад! Это слишком опасно! Если боитесь, вам место среди неудачниц, что стоят перед вами. Один. Постойте! Мы идем с вами! Не бросайте нас! Только не с неудачницами! Мы им жизни спасли. И где их благодарность? Мы тоже идем вниз. И как? Что значит как? На метле? Я не взяла свою. Что? Почему ты ее не взяла? Потому что тут не полетаешь. Не умничай! Короче, идем за Дианой. И как же? Так мы можем не успеть вернуться. Так мы не переплюнем Диану. А вы уверены, что находиться тут безопасно? Железная дева? Легендарная машина пыток, забравшая жизни сотен ведьм. Неужели они думают, что ведьму испугает эта матрешка? Наверняка внутри лежит нечто ценное. Покажи мне, что ты прячешь? Не такого я ожидала. Это же простая ящерица. Да что за... Букашка! Ха, жалкая ящерица. Знай свое место. Боже мой, она на нас передразнивает. Что, добавки хочешь? Блин, она крепкая. Шутки кончились, однако. Ну-ка, уже не тянет дразниться. О, нет! Прекратите ходу! Вау! Немало тут барахла. Но на сокровищницу это не похоже. Похоже на свалку. Проще говоря, помойку. Нужно возвращаться, а то не успеем. Что скажешь? Выбора нет. Возьмем что-нибудь отсюда и возвращаемся. Это же... не может быть! Теперь-то что? Дракон? Диана! Что у вас там стряслось? Ничего особенного. Но твоя форма... Есть вещи и поважней. Куда делась эта штуковина? Ты про дракона? Он наверх полетел. Девочки,
Одолжите мне свои метлы. Оставайтесь тут и ждите помощи. Я сообщу о вас и... Стой! Что тут происходит? Похоже, я сорвала печать, что сдерживала дракона. Так что и расхлебывать это мне. Что ж, счастливо оставаться. Как всегда, героя из себя строит. О, точно! Ако, что такое? Кажется, где-то тут. Что ты ищешь? Нашла! Нашла что? Неужели что-то полезное? Это редчайшее сокровище! Жезл сияющей ракеты! Чего? Что это? Что происходит? Господи, что это? Ты да? Это наш шанс. Покажем ему. Нет, девочки, прекратите! Опоздала. Срочная эвакуация! Всем покинуть башню! Еще больше стал. Диана! Профессор! Ужасная вещь случилась. Древний дракон пробудился ото сна. Я попытаюсь задержать его сколько возможно. Не могла бы ты помочь ученицам эвакуироваться? Простите, на самом деле... Боже, кто только догадался сорвать печать? Стой, стой! Ну, говорила же, чтоб ты со мной летела. Если бы не этот гнилой кусок дерева... Профессор, я нашла невероятное сокровище! Сияющий жезл! Жезл самой сияющей ракеты! За такое чудо мы достойны 5+! Вообще-то сейчас не... 7 звезд? Я думала, они навсегда погасли. Ой, о нем-то и забыла! Так, Анко, для тебя есть важное задание. Бери свою метлу и лети к волшебному камню. Волшебному камню? Этот дракон питается магической силой. Могу поспорить, дракон уже учуял его магическую силу. Ты должна любой ценой не допустить того, чтобы он достался дракону. Диана, ты летишь со мной. Да. Рассчитываю на вас. А где этот волшебный камень? На вершине этой башни. Ты чем на уроке слушала? Короче, сила ракеты на моей стороне. Мне нечего бояться. Все, понеслась. О, нет! Он выбрался наружу. Помоги эвакуировать студентов. Есть. Я должна как-то отвлечь его внимание. Эй, там! Я тут! Чего замер? Давай за мной! Блин, я и сама летать могу! Ну, разумеется, можешь! Вот только сейчас не время учиться летать! Нужно увести его как можно, да? Эй! А ну стоять! Это потому, что мне 30! Анко! Чего? У нас гости! Быстрее! Казуй! Профессор, не вы ли должны его отвлекать? Я задержу его! Сьюзи! Лови! Понравилось? Сьюзи! Я Цью его только прокачал! Что же случится, если он волшебный камень съест? Она резонирует с волшебным камнем. Жезл поглощает магию. Анко!
Профессор! Дай мне жезл! Не могу! Осторожно! Что? Профессор! Стоять! Я могу ей колдовать? Ну, раз так... Жезл, стань моей метлой! Что за дела? Почему не выходит? Пошел прочь! Забывай верить всем сердцем в свою магию. Я верю всем сердцем. Макмур, Микмур, Мектарал. Явись, мой сияющий лук! Сияющая искра! Блин, спасите! Диана, можешь не благодарить. Эвакуировать учениц – моя обязанность. Волшебный камень! Он поглощает волшебную силу, что высвободилась из дракона. Кстати, а откуда ты знаешь, как использовать сияющую искру? Откуда? Я просто услышала голос ракеты и... Диана, а откуда ты знаешь про сияющую искру? А, ну, это... Случайно. Просто случайно услышала. Чё? Подозрительно как-то. А может быть, ты фан ракеты? Да ни за что в жизни. Тогда чего красная, как помидор? Ничего подобного. Еще одно слово, я тебя сброшу. Нет, только не это. Перевод Фубу. Тайминг Вестендер. Текст читали Ника Ленина, Трина Дубовицкая и Шина. Специально для проекта anidub.com.